В Айхале комиссия при администрации, изучающая последствия пожара, продолжает свою работу. Напомним, в ночь с 19 на 20 декабря в поселке горело общежитие. 8 человек нуждаются в новом жилье. Решается вопрос о предоставлении им мест из жилого резерва. Тему продолжит Валерий Усманов. 700 тысяч рублей решено выделить пострадавшим из резервного фонда бюджета. Жильцы получат материальную помощь в зависимости от степени ущерба, деньги перечислят на расчетные счета. Еще один актуальный вопрос – дальнейшая судьба обгоревшего общежития. То ли это будет восстановление дома, то ли это будет, значит, замена в программе сноса по линии Алроса, с тем, чтобы можно было бы этот дом снести, если он восстановлению не подлежит, и нам удастся это все согласовать. Урон нанесен не только зданию. Ночной пожар в одночасье разделил спокойную жизнь людей на до и после. Пострадавшие жильцы до сих пор находятся под гнетом впечатлений. Дети, ну, как бы очень сильно плакали. Мне ребеночка я взяла, маленького грудничка, которого мама скинула папе в ручки. Он искал, кому его это дать, как бы, и я вот взяла его, подержала, пока он маму спасал там. Все, маму принес, в машину положил, и я ребеночка отдала. Также комиссия по местам работы жильцов направила письменные извещения с призывом оказать возможное содействие. В поселке для пострадавших на добровольных началах собирают деньги, вещи и продукты. Уже сейчас мы начали получать материальную помощь, и от сотрудников, как бы, у меня с работы сотрудники очень хорошо помогли. Предприниматели помогают одеждой, посудой. Известно, что этот пожар стал самым крупным в Айхале в уходящем году. Его причина и степень ущерба еще выясняется. Данный случай еще раз призывает к предельной осторожности при обращении с источниками живого огня, электрическими и отопительными приборами. Валерий Усманов, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».